Между тем, в режиме онлайн состоялась церемония подписания трехстороннего договора об открытии Малазийского международного университета менеджмента и предпринимательства Binary в городе Ургенче, которая запланирована на 2020-2021 учебные годы. В церемонии подписания трехстороннего договора принял участие основатель и ректор университета Binary Джозеф Адай Кайлам. Созданный в 1984 году частный университет – один из профильных вузов Малайзии по подготовке кадров в сферах управления ИКТ и обучения предпринимательству с особым упором на профессиональную практику. Программы обучения Alma-Mater признаны Ассоциацией университетов Великобритании, Международной ассоциацией университетов Франции и Малайзийским квалификационным органом. Данный университет станет первым полноценным зарубежным вузом в Хорезмской области. В соответствии с документом, его открытие запланировано на предстоящий учебный год. Место локации – Ургенчский экономический профколледж. Обучение будет проходить по специальности менеджмент, бухгалтерия и ИКТ, а степени включат в себя бакалавриат и магистратуру. В 2020 году его студентами станут 240 узбекистанцев. В ходе онлайн-встречи руководителям вуза было подчеркнуто, Узбекистан становится образовательным хабом. И в данном контексте расширение деятельности вуза на территории республики откроет большие возможности в области образования, укрепить связи между нашими странами.